собрались сегодня, чтобы о весне начать рассказ. Ее приход мы долго ждали и очень рады ей сейчас. Опять природа пробудилась. Проснулись поле, лес, река и сообщили новость птицы. Ликуйте все, пришла весна. Давайте-ка станцуем и споем для красавицы весны, ребята. Третий Б танцует танец веснушки. Нет. Да!
родители, вы услышали, какие у нас сегодня дети на празднике? Да! Они доказали? Да! На празднике нашем скучать нельзя. Шумовой оркестр играет, друзья. Первая ступенька строится.
большой, темный. Чтобы нам в него попасть, нужно идти по дорожкам, верно? Да! Давайте попробуем сейчас потренируемся, как мы будем это делать. Готовы? Да! Повторяйте за мной сейчас. С вами оказались в лесу. Только у нас не простой лес, а волшебный. И полянки у него тоже не простые, а волшебные. Каждая имеет свое название. Сорока Белобока, ты все знаешь? Как называется первая полянка? Полянка называется музыкальная. Ну-ка, ребятки, отгадайте загадки. Семь кружочков малыша на линеечках сидят. Ах, как дружно все живут! Звонко песенки поют. Очень заняты работой эти радостные звонки. Продолжаем. Треугольная доска, а на ней три волоска. Ой, звенит она, звенит, всех игрой веселит. Кто такая? Отгадай-ка. Озорная. Есть у нас веселый друг, обожает громкий стук. Бей его 100 раз подряд, он ударом только рад. Не буян, не хулиган, просто это барабан! Молодцы, справились, давайте дальше. За обедом суп едят, к вечеру заговорят. Деревянные девчонки, музыкальные сестренки. Поиграй и ты немножко. Видишь, Сорока, какие дети у нас знающие, даже тебя опередили, не дали тебе загадку прочитать до конца. Итак, у нас шумовой оркестр, 3А, русский напев. Thank you.
Слушайте внимательно сороку нашу белобоку. Небо в луже отразилось, у грачей веселый пир. Что-то все-таки случилось, разбесил на счастлив мир. Разбудить их ото сна, к нам пришла сама весна. Молодцы, давайте дальше. Новоселье у скворца, он ликует без конца. Чтоб у нас жил пересмешник, смастерили мы скворечник. И тут справились, молодцы. Белый цвет оделся сад, пчелы первые летят. Гром грохочет, угадай, что это за месяц? Май! И тут молодцы! Теперь я вижу, что вы подготовились к встрече весны. Да, а весны все нет. А давайте ее позовем словами «Приходи, весна, мы ждем». 3, 4. Приходи, весна, мы ждем! Приходи, весна, мы ждем! Приходи, весна! Пойдем.
совсем тепло я принесла. А теперь быстрей, растите, не скучайте, не грустите. Пойте, весело играйте, лето красное встречайте. Вот и закончился наш праздник. Третья ступенька заканчивает свое обучение. При желании поступает дальше в первый класс в детскую школу искусств имени Алимдара Караманова. Специальность выбирайте сами по желанию. Первая ступенька продолжает обучение. А нам пора прощаться с нашими ребятами и с нашими дорогими гостями. До новых встреч, ребята! До свидания!